Пенсионерка Ирина Николаевна принимала у себя дома высоких гостей. На новоселье к ней пожаловал сам глава республики. Как рассказала пожилая женщина, она много лет мыкалась в аварийной деревяшке на Луначарского. Топила печь, боролась с сыростью, крысами и другими прелестями обычной жилищно-коммунальной энтропии. На днях вместе с тремя котами она переехала в просторную трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Скандинавия» и не нарадуется. Горячая вода, ванна, тепло. Я никогда дома там не ходила вот в таком виде. В новом жилом комплексе республикой выкуплены 94 квартиры. Благодаря этому приобретению властям региона удалось расселить 12 аварийных домов. По словам главы, бывают и такие ситуации, когда переселенцы, получившие современную квартиру, немедленно ее продают, вновь покупают неблагоустроенное жилье, а разницу тратят по своему усмотрению. С такими проявлениями народной смекалки республиканские власти обещают бороться. К сожалению, сегодня юридически воспрепятствовать этому сложно, хотя, конечно, психологически воздействуем, пытаемся убеждать, что другого раза уже не будет, и второй раз такого предложения или такого блага от государства они уже не получат. По мнению главы, чтобы решить этот вопрос, нужно законодательно запретить переселенцам продавать свои новые квартиры в течение нескольких лет. Александр Лычагин, Иван Медведев, телеканал «Ника плюс».